На конкурс дети читают стихи. Тишкина Екатерина, 7 лет, школа 68, город Рязань. Елена Благинина. Почему ты шинель бережешь, я у папы спросила. Почему не порвешь, не сожжешь, я у папы спросила. Ведь она и грязна, и стара, приглядись-ка получше. На спине вон какая дыра, приглядись-ка получше. Потому я ее берегу, отвечает мне папа. Потому не порву, не сожгу, отвечает мне папа. Потому мне она дорога, что вот в этой шинели мы ходили, дружок, на врага и его одолели.